Но все же главные экономические события дня сегодняшнего проходили в Петербурге на международном газовом форуме. Уже после обеда состоялось его официальное открытие, пожалуй, самое ключевое событие. Крупнейшая газовая компания мира «Газпром» представила свою стратегию развития на Востоке. Причем обсуждение темы открыл лично председатель правления российской сырьевой монополии. Хотя свою речь Алексей Миллер начал не с представления проектов «Газпрома» в Азии, а совсем с другой части света. Миллер говорил о перспективных планах энергомонополиста на северо-западе России и в Европе. Также он вспомнил и об успешном пуске второй нитки газопровода «Северный поток», рассказал о планах строительства третьей и четвертой очереди газопровода и заявил о новом магистральном проекте, который компания собирается воплощать на европейском сырьевом рынке. Это газопровод «Ямал-Европа-2». У этого проекта есть несомненные преимущества. Они связаны с тем, что проект «Ямал-Европа-2» является высоко экономически эффективным, поскольку это проект с невысокими капитальными затратами. Это проект, который реализуется, в том числе, будет реализовываться в том числе на базе газотранспортных мощностей, которые на сегодняшний день есть у «Газпрома» в Беларуси. А вы знаете, что «Газпром» стал 100% владельцем акций компании «Белтрансгаз», а сегодня это 100% дочернее общество «Газпром Трансгаз Беларусь». Ну а более детально о планах развития «Газпрома» глава компании пообещал рассказать прессе уже сегодня поздно вечером.